28 февраля работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области провели расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2019 год и задачах на 2020. Подводя итоги прошедшего 2019 года, можно сказать, что Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области достигло положительных изменений в своей работе по сравнению с 2018 годом. Это можно сказать и о общей сумме взысканной, и не только общей сумме, но и взысканной в бюджет, есть позитивные изменения. Это и общее количество оконченных исполнительных производств, это и фактическое окончание исполнительных производств. Причем рост достаточно серьезный. К примеру, впервые в этом году за всю историю управления мы перевалили порог 1 миллион исполнительных производств, оконченных управлением. Для нас серьезным достижением, я считаю, из года в год динамика снижения количества исполнительных производств, находящихся на исполнении по взысканию такой категории социально значимой, как взыскание алиментов. И тенденция достаточно хорошая даже в плане предъявления к исполнению исполнительных производств. Я считаю, что это как раз таки те меры, которые принимают судебные приставы в отношении нерадивых должников, которые не платят алименты, привели к тому, что большинство вопросов сегодня решаются в кругу семьи, в нормальной деловой обстановке, не прибегая к помощи судебных приставов, потому что я считаю, что любое вмешательство в дела семейные со стороны государства влечет за собой определенные последствия для самой семьи.